Тож до нашої студії завітала косметолог Наталя Тарнавська. Доброго ранку. Тобі. Вітаємо тебе, Наталочко. Привіт. Ми як дівчата готуємось до потеплінь, хочемо підготувати свою шкіру. Я думаю, чоловіки також. Тож, як все-таки доглядати за шкірою обличчя в міжсезоння і навесні? Это составляется из трех этапов. Во-первых, это защита, питание и увлажнение кожи. Мы продолжаем защищать кожу от холодов, холодных ветров. Они никуда не делись, они есть. Поэтому крема также должны быть на нашей коже. Мы не должны забывать о их нанесении, но только за 20-30 минут до выхода, чтобы крем успел приобрести температуру нашего тела. И не раздражать ее, когда вот через ветер, через холодную погоду она, ну, сужаются поры, и крем, который остался на коже, он будет ее как бы повреждать, как холодная вода. Да, будет кристаллизироваться. Все равно в состав каждого крема входит все-таки вода, она в первом стоит, ну, на первых рядах в ингредиентах. Поэтому крем все-таки обязательно нужен. Дальше мы должны ее... Вечером ми повинні дуже хорошо очищати. Крем детальніше. Mm-hmm. Який саме ми крем обираємо? Чи змінюємо ми крем? От раніше був зимовий, у нас більш такий плотний. Да. Тепер нам потрібно обрати більше такий легкий крем для обличчя, чи все-таки ми ще лишаємо той? Я би вже посоветувала переходити потихонечку на більш легкі крема. Но это должно быть очень медленно, это должен быть не резкий переход. Если это жирная кожа, можно его сменять на более гелевую основу. Если это сухая кожа, просто крема с более легкой и нежной текстурой. Но только потихоньку, резко не надо. Например, можно с вечера немножко наносить, на протяжении дня где-то немножко наносить, чтобы кожа потихонечку привыкала. И делать это привыкание с помощью масок. Просто наносите крем под маски. Наталочка, ось які масочки? Я знаю, що ось якщо організм хворіє у міжсезоння, то ми використовуємо якісь вітамінки, фрукти. То що необхідно нанести на шкіру для того, щоб вона також не хворіла? Ну, весна – це... как всегда, авитаминоз, как для организма, так и для кожи. Поэтому в состав масок должны входить такие витамины, как А, С и Е, то есть те витамины, которые, в которых более всего нуждается наша кожа. Но с витамином С советую всем быть осторожным, потому что сейчас время аллергиков, поэтому не переборщите с ним, потому что будет раздражение, шелушение, и вместо красоты вы получите такую... Такий добрий пілінг, напевно. Так, такий хороший пілінг, дійсно. А чи потрібно користуватися косметичними засобами з вмістом SPF? І який вміст, якщо потрібно користуватися? Ташка, перед тим, як ти будеш відповідати на питання, я пропоную нагадати нашим телеглядачам, що і в наших соцмережах ми анонсували, і тільки що перед ефіром. Наразі у нас відбувається конкурс, можна сказати, подаруночок від нашої Наталки Тарнавської. Перший, хто зателефонує до нашої студії, отримує сертифікат на пілінг. Тож, Наталочка, давай ділися, що це за процедурка? Это процедура гликолевого пилинга поверхностного действия. Она отшелушивает верхний ороговевший слой клеток, который не дает коже дышать. Кожу нужно время от времени очищать. Можно это делать с помощью механических средств, то есть скрабов, или же химических средств, которые будут очищать не только поверхностные слои кожи, но и внутренние. И к тому же будет способствовать выработке коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что есть незаменимыми ингредиентами для молодости нашей кожи. Звучит так заманчиво. Чекаем на ваши дзвіночки, наши дорогенькие, телефоны нашей студии. Вы можете бачите впродовж цього ефіру, ось зараз 47-74-72, код міста Миколаєва 0512. Чекаємо на ваші дзвінки, телефонуйте до студії, продовжимо нашу розмову, повертаємось до SPF. Що там з SPF? Ну, якщо зимою ще дівчатки могли немножко пренебрегати SPF, то весною... этого делать нельзя, потому что если зимой вы не наносили, последствия, в принципе, сразу видно не будет их. Они будут видны лет через 5-10, выражаться в виде мелких морщинок, каких-то образований на коже. Но если вы, женщины, пренебрегают защитой от SPF, защитой с SPF весной, то это может вылиться потом пигментными пятнами, новообразованиями на коже, какие-то меланомы могут появиться. То есть такие образования все видны так сразу. Не дуже.
Гарно. Ну так, да, віснушки не всіх радують на вісні. А ось цікаво, чоловіки мають застосовувати такі крема чи ні? Ну, крема, які засоби косметичні. Кожен мужчина отличається від кожної жінки. Вона більш плотна по своїй текстурі, тому мужчинам не обов'язково. Але є мужчини з дуже ніжною кожою, і ті мужчини, яким все-таки допікають віснушки, у яких вони з'являються, ну, це намного реже случається, ніж у жінок. Вони теж, звісно, можуть і повинні наносити на кожу СПФ, дабы защитить свою кожу і избежать появления віснушок. Точка, зараз є чимало косметичних засобів, які дівчата та чоловіки використовують для того, щоб виглядати неперевершено, для того, щоб шкіра сяяла, а не змушувала тільки плакати. А ось такі засоби, як ретинол, гіалуронка, такі незвичайні слова для наших глядачів, для звичайних миколаївців, українців, але вони є досить популярними зараз серед усіх б'ютіголіків. Гиалуроновая кислота, начнем с нее, это вещество, которое вырабатывает наш организм. Только в молодом возрасте она вырабатывается ну, где-то до 15-20 лет на 100%, если это уже 30-40, это уже идет 50%, и уже ближе к старости ее выработка в организме приближается к 5-0%. Поэтому мы всегда должны питать нашу кожу гиалуроновой кислотой, потому что это увлажнение кожи изнутри. Если это вода для нашей кожи. Если нам нужно постоянно пить воду для нашего организма, потому что без воды никуда, также и коже нужна гиалуроновая кислота, это ее вода, это самый важный, ну, один из самых важных ингредиентов для нашей кожи, поэтому не пренебрегайте этим супер классным важным средством, потому что оно питает, насыщает и удовлетворяет кожу в ее вот всех таких потребностях. Ретинол. Ретинол. Какая корость в нем? Ретинол – это витамин А. Есть... Тобто багато кожа... потрібно морковки їсти, да? Да, но кожа, он не вырабатывается, он попадает к нам извне. Но с ретинолом нужно быть... более аккуратным. Есть ретиноловая кислота, которая вот она больше всего влияет. Просто витамина А есть несколько составных, но лучше всего влияет вот именно ретиноловая кислота на кожу. Она хорошо подтягивает, она питает нужными витаминами, она разглаживает кожу. Но чисто ретинол, ну вот и ретиноловую кислоту я бы советовала принимать девушкам после 30 лет, после 35, потому что... А человекам? Ну, где-то тоже в этом так возрасте. Это такая уже тяжелая артиллерия, если девушка начнет использовать такие средства вот раньше, то дальше ей очень сложно будет бороться со своими проблемами, потому что это тяжелая артиллерия, которую уже сложно чем-то сильнее победить. Тобто крема нужна сильнее. Що восени одягнути теплу куртку і казати, що взимку тобі у ній холодно. Да, это будет такой же эффект. Но вещества с ретинолом, кстати, нужно наносить только ночью, потому что ретинол разрушается под воздействием солнечных лучей. И поэтому, если вы его наносите вечером, утром должны обязательно наносить СПФ для того, чтобы то, что осталось с вечера, не разрушалось. Плюс это идет защита также кожи от ультрафиолетовых лучей, потому что ретинол утончает нашу кожу и может быть гиперпигментация. Поэтому обязательно после ретинола нужно наносить все-таки СПФ. Наталко, ми з тобою поговорили про косметичні засоби, лікувальні, а ось щодо декоративної косметики, також необхідно, мабуть, переглянути свою косметичку. Ось щодо тональних засобів, також необхідно брати більш щільну текстуру, чи можна взяти щось легке, чи необхідно також мати там СПФ у тональних засобах? Тональные средства, мы без них, да, никуда, поэтому лучше перейти все-таки на более легкую текстуру, BB, CC крем, там более легкие компоненты, которые не забивают наши поры. Плотная пудра, плотный тональный крем, он очень забьет поры, и чистку придется делать минимум раз в месяц. Поэтому, если вы не хотите так травмировать свою кожу, лучше отдавайте предпочтение таким более легким тонам и текстурам. Тем более, сейчас очень много таких средств, которые имеют такой пигмент, который встраивается в вашу кожу и принимает ее цвет. То есть вы наносите, то есть вам не нужно выбирать по палитре какое-то вещество. Сейчас очень много таких
таких вот, особенно в BB-кремах, веществ, которые подстраиваются под цвет вашей кожи. Они очень легкие. Значит, камуфляжик. Да, да, тут есть такой камуфляжик, поэтому вот лучше так. А ми нагадуємо нашим телеглядачам, що в нас йде розіграш, сертифікат на пілінг. До речі, про пілінги. Чи потрібно робити їх? Весной, да, пилинги еще можно делать. Кстати, некоторые пилинги можно делать и летом, такой как миндальный, он не зависит от времени года. Пилинги, я уже говорила, очищают кожу изнутри, они как бы заводят наш организм как машину, то есть наша кожа начинает более сильно вырабатывать такие вещества, как коллаген, эластин, гиалуроночку в нашей коже, поэтому это такой как бы... Must have. Так, да, это как must have. Но есть одна особенность. Если вы делаете пилинги, например, поверхностного действия, это должен быть курс, ну, не меньше 8 процедур. Вот только тогда виден результат. Это как витамины. Если вы выпьете 1-2 витаминки, особой пользы вы не увидите от нее, и эффекта тоже не увидите. Тобто потрібно пройти курс. Да, пилинги – это курс. Если это глубокий пилинг, не глубокий, если это средний пилинг, то это 4-5 процедур, а поверхностный, ну, хотя бы 8. Тогда будет действительно видна разница, и эффект остается где-то вот на год. Так, в двох словах також ось ми вже раз торкнулися цієї тематики. Поверхневий пілінг більш глибокий, за, можливо, якимись відчуттями фізичними. Дівчата всі дуже бояться про те, що це опік для шкіри, що це буде боляче. Розкажи нам, будь ласка, про дію саме кожного з цих пілінгів і наскільки це боляче? Ну, есть поверхностные, средние и глубокие пилинги. Глубокие пилинги делаются только в условиях стационара. То есть это глубокий ожог кожи, после которого женщина может реабилитироваться до полугода. Поэтому в косметологических салонах такого не делают. Есть срединный пилинг. Это пилинг, который, после которого есть шелушение очень большое. Есть воспаление, то есть гипермия, но оно все проходит в течение недели-двух, смотря какая кожа. То есть восстановление есть, но и результат более виден. Если вы делаете средний, вы делаете его 4 раза, если вы делаете поверхностный, вы делаете 8 раз, ну 8-10. А есть еще поверхностный, то есть вы можете его делать, например, сегодня сделали поверхностный пилинг, завтра вы пошли на какой-то банкет. То есть настолько они легкие, они не вызывают таких покраснений, шелушений, зуда, как, ну, как может вызвать срединный пилинг. Поэтому поверхностный совсем не страшно, и если вам говорят, что вот делаем поверхностный пилинг, не бойтесь, вы будете красивы и можете на следующий день, даже в тот же день идти на какой-то... Тож, маємо можливість отримати сертифікат від Наталки Тарнавської на пілінг. Тож, телефонуйте в нашу студію, впродовж ефіру чекаємо на ваші дзвіночки. І прокидайтеся, наші дорогенькі, відкривайте свої оченята, ми чекаємо на ваші дзвінки. Наталочка, тобі дякуємо за те, що сьогодні звітала до нашої студії. І наостанок декілька порад та, можливо, якихось ранкове привітання до наших телеглядачів. Я хочу посоветовать вам всегда просыпаться с хорошим настроением, потому что именно хорошее настроение и ваше душевное состояние позитивное, оно и дает вот вашу душевную, оно и делает вас красивой. Именно душевная красота, она всегда вот видна снаружи, потому что если человек не в хорошем настроении, если он злой, какую бы косметику, какие бы крема не наносил, это его не украсит. Поэтому сияйте, пожалуйста, изнутри и несите красоту в этот мир. Дякуємо, Наталці. Як ми з тобою, да, Іночко? Так, сяємо. Все із середини. Вся краса. І ще ми скромні дуже.